3D-ментопластика – новая прогрессивная технология изменения формы и размера подбородка с применением трехмерной визуализации. Тридиментопластика предполагает индивидуальный подход к каждому пациенту с учетом его анатомического строения, эстетических запросов и взаимоотношений подбородка со всеми важнейшими элементами лица. Стандартные подбородочные имплантаты не являются идеальным решением. Их применение часто приводит к осложнениям по двум причинам. Анатомическое строение подбородка очень вариабельно и не может быть учтено заранее. Эстетические запросы пациентов значительно шире, чем стандартная линейка имплантатов, предлагаемая для их решения. В основе технологии 3D-ментопластики лежит создание трехмерной модели головы пациента. Трехмерную модель получают при помощи безопасного светового сканирования пациента на консультацию врача. Такая модель является максимальным приближением к реальности. При участии художника на экране компьютера 3D-модель может быть изменена желаемым образом, так чтобы новая внешность удовлетворяла пациента. Для того, чтобы пациент мог оценить проведенные изменения и сравнить результат виртуальной операции, модели головы до и после вращают синхронно на экране. Для правильного выбора гармоничного подбородка также удобно использовать морфинг – визуальный эффект плавного перетекания одной модели лица в другую. Часто вместе с виртуальным моделированием подбородка проводятся изменения формы носа, формы губ, контуров скул, щек, углов нижней челюсти. Такой комплексный подход очень важен, поскольку позволяет гармонизировать все лицо. Например, если имеется избыточная полнота щек, ее желательно предварительно устранить. Обычно необходимую степень уменьшения полноты щек определяют в стандартной проекции в анфас, а также в профиль. Если эти проекции не информативны, возможно использовать любые дополнительные проекции, например, поворот головы в 3/4. Для подбора формы и размера подбородочного имплантата наиболее информативными являются положение головы в профиль, в анфас и в 3/4. Пациентов также может интересовать ракурс снизу или сверху. На основе данных виртуального моделирования внешности изготавливается индивидуальный силиконовый имплантат. Индивидуальный имплантат имеет уникальную форму и за счет полного соответствия поверхности нижней челюсти не смещается и не нуждается в дополнительной фиксации. Возможна установка имплантата через минимальные разрезы во рту. Силиконовые имплантаты безопасны, не имеют срока службы и не создают ограничений в повседневной жизни. Сравнение результатов реальных операций с их предоперационной 3D-симуляцией показывает высочайшее соответствие результатов. 3D-ментопластика позволила повысить удовлетворенность пациентов результатами пластики подбородка, свести количество осложнений к минимуму. Сроки реабилитации и длительность операции стали короче.